Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор пустышек. Целый пакет, огромный пакет, и шуршащий пакет очень интересных пустых баночек. Итак, поехали. Первое, что покажу, это маска с пребиотиками. Это у нас с вами Бакздрав. Помните закваски, которые мы очень-очень любим, из которых самые вкусные йогурты? У них также есть пребиотическая косметика. Номер 36 для всех типов кожи, 35+. Очень, кстати, понравилась маска. Нравится безумно вот этот дозатор, который позволяет средство до конца использовать. Да, и ничего остается, не надо скрывать, там куда-то лезть и так далее. Увлажняющая, питательная, хорошая. После нее кожа прям чувствует себя великолепно. Я ее применяла прям вот курсом. В течение 2 недель, через день где-то на постоянной основе, вижу результат, вижу действительно, очень хорошо именно питает без утяжеления, вот просто великолепно. Я ссылочку на Бакздрав, если что, под роликом оставлю. Так, дальше у нас с вами вот такой вот гель для душа, это уже покупка Рандеву, набор, был парфюм, пудра и вот такой вот гель для душа. Что хочу сказать, классный аромат, вот для тех, кто любит свежий аромат, это очень бюджетный парфюм, и набор вот этот был очень бюджетный, очень классный свежий аромат, очень интересный, на него много положительных отзывов на сайте, понравился, пенится хорошо, как бы ничего, нареканий никаких нету. Теперь очень крутой, просто великолепный крем для век от Эвелин. Вы знаете, я не очень люблю кремы для век, я люблю, когда один и на все лицо, мне так нравится. А здесь нет, и я его причем использовала на все лицо, и мне безумно нравилось наносить его на веки. Это мультипитательный крем для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом. Разглаживает морщины, уменьшает темные круги и отеки. Не могу сказать, что он уменьшает темные круги и отеки, но он очень круто питает и разглаживает однозначно. У него очень плотная текстура, для тех, кто любит вот такие вот плотные кремушки вокруг глаз. Не водянистые, да, вот я не люблю водянистые, а вот такие вот плотные. Он действительно очень плотный, его хватает безумно надолго. Я уже его в конце, потому что уже хочется что-то другое, пользовала на все лицо. И тоже эффект обалденный, классный, разглаживает, питает без утяжеления, как база под макияж тоже очень хорошо подходит. Кто любит отдельно вот крем для век, обязательно присмотрите, он крутой. Так, дальше что покажу? Давайте покажу парфюм. Представляете, бывает и такое у меня, что заканчиваются духи. Это редкость, но бывает. А где второй флакончик? Вот эти штуки у меня потом любит очень Крис отламывать. Не отламывать, а снимать и играться с ними. Так, первый парфюм, это Pedi Perish, естественно, все. Это Эйфория. Очень зашел вот сейчас на холодное время года. Ну, просто потрясающий аромат. Он какой-то такой вот уникальный. Есть тяжелые нотки, но они не тяжелые. Вот его носить сейчас в холодное время года одно удовольствие. Он и сладкий, и древесный, и есть нотки свежести. Но он великолепный. Вот лучше один раз попробовать. Я говорила вам уже, я не очень хорошо описываю ароматы, но мне безумно понравился. Эйфория. Вообще супер. Так, и второй у нас с вами аромат. Это Габриэль. Тоже известный достаточно аромат. И тоже он сейчас хорошо зашел на холодное время года. Он такой более девчачий. Тоже сладенький, но не приторный, нет, очень, тоже очень интересный аромат, но мне больше, вот если честно, мне понравилась Эйфория. Вот Габриэль, мне кажется, он как-то, здесь есть вот эти искристые нотки, есть какие-то нотки мыльные. Даже не могу вот по-другому описать, но все равно носить на себе здорово. Оба аромата классно шлейфят, оба аромата держатся неделями на одежде, на коже сутками, вообще супер. Ну, Pedi Perish, вы знаете, я очень люблю. Ссылку и промокод тоже вам оставлю обязательно. Так, дальше. Дальше для волос. Давайте средства два разберем. Первое, это от Комплимент, вот такое. Это экстремальное восстановление для истонченных секущихся волос, спрей-сыворотка. Мало мне было, я не сказала бы, что это экстремальное восстановление, это достаточно легенькое увлажнение, слегка облегчает расчесы, мне было мало. Хотя слышала девчонок много отзывов, что прям вот класс, вау, для убитых. Нет, мне было очень мало, еле-еле добила на себе, на Ксюшке и на ней, даже на ее неженых волосах, но которые сильно путаются, тоже маловато. Но очень понравился масло-эликсир от Золотого Шелка. Я давно очень покупала всю эту серию, спрей, вот это масло на аптеку.ру. Самая дешевая тогда цена была, у меня долго стояла, не пользовалась. Потом вернулась к нему, допользовалась. Классное масло на самом деле, Золотой Шелк. Очень классное, вот для кончиков. На корни не надо, может утяжелить, а для кончиков супер. Объем небольшой, но мне хватило надолго.
Дозатор тоже классный, по кончикам хорошо распределяем, укладываем волосы, все супер, все отлично. Вот прям у кого убитые волосы, советую присмотреться. Дальше, девчонки, добила, потому что добила, мне кажется, он у меня уже 2 года лежит, этот ваниш, пятновыводитель плюс отбеливатель, который не содержит хлор, ну, гадость редкостная. Ваниш вообще, мне кажется, ничего не выводит. Хотя тоже знаю девчонок, которые его любят, прямо покупают активно. Я не знаю, мне кажется, уже ничего хуже нет. Вот честно, вот хозяйственное мыло мощнее в 100 раз. Вообще он мне не водил пятна никаким способом, ни с замачиванием, ни со стиркой, вообще никак. Поэтому вот добила его просто как порошок и уже выбросить бы скорее. Дальше. Очень классно, девчонки, крутая соль для ванны. У меня целых 2 пакета. Один вот такой огромный я уже брала, потому что на Wildberries, по-моему. Но надо смотреть. Вы прекрасно знаете, что сегодня дешевле на Wildberries, завтра на Озон. И даже не так. Через час дешевле на другом маркетплейсе или у другого продавца. Вот, смотрите, 2 штуки, огромная и поменьше. Очень хорошие были отзывы, и я взяла сначала маленькую, потестировала, мне понравилось, заказала большую. Большую, конечно, выгоднее. Здесь сколько? Здесь, представляете, 5 килограмм, 5000 грамм. Да, она была тяжелая, у меня, я помню, муж внес. А здесь 2 килограмма. Вот в этой маленькой я брала классическую. А на тот момент для нее была самая приятная цена. Я брала именно для крестюшки. Есть еще с магнием. С магнием очень хорошо, когда соль. У них там много разных именно у этого вот производителя. Не знаю, как правильно называется. ИЛОВМЭ. В общем, вот такая вот соль. Очень крутая соль. Ничего тут лишнего нет. Только все, что нужно. Здесь состав хлорид натрия. И все. И тут, да, они одинаковые. Не обогащена она ни магнием, ничем. Но есть соли, которые, ну, они подороже почему-то всегда стоят, которые с магнием и с остальными там минералами. Я брала для крестюшки перед сном, когда купаемся, она после соли лучше засыпает. Вот прям хорошо, ее так расслабляет капитально, и с ней мы вместе и допользовали вот эти 2 упаковки. Очень хорошая, на самом деле, качественная соль, отзывы на нее великолепные. Так, дальше пенка Аравия, девчонки, очень классная тоже пенка. Где я ее брала? Наверное, на рандеву, да? Это пенка для умывания с муцином, улитки и гинго. Гинго-белоба, мне так всегда нравится это название, гинко-глоба, гинко-белоба. Она написана, обладает противокуперозным действием, не могла это проверить, хорошо очищает кожу, повышает иммунитет кожи, антиоксидант, не сушит, не стягивает. То, что не сушит, не стягивает, это однозначно, и то, что увлажняет, тоже однозначно. Очень хорошая, достойная пенка, это Аравия Лабораторис. Понравилась, вообще с удовольствием, с превеликим допользовала. Прямо она у меня быстро ушла как-то. Классная пенка. Кто ищет что-то такое, вот что не сушит, увлажняет, хорошо ухаживает одновременно за кожей, советую присмотреться. Так, Head & Shoulders, это муж активно пользуется, он любит, нравится, ну пусть пользуется. Я тоже люблю. Здесь много силиконов, волос после этого шампуня у меня выглядит очень хорошо, иногда даже бальзама не нужно. Так, дальше вот такое от Little Siberica детское мыло. Не скажу, что прям вау, что-то супер-пупер или еще что-то, что буду повторять. Но взяла, попробовала, ладно. Сейчас нашла другую крутую линейку уже, или рассказала вам об этом, или расскажу скоро. 0+ на сибирских травах. Ну, обычная такая вот, ну обычная, ничего не могу сказать. 2 пасты от Консли. Очень понравились. Брала бы совет Наташи. Наташа, спасибо. Теперь вся семья тоже плотничком сидит на этих пастах. Закон подкорейский, на самом деле это Китай. Да, я изучила потом подробно. Это Китай. Классные пасты, которые в районе 120-170 рублей можно приобрести на маркетплейсах, на рандеву, в Улыбке Радуги, я знаю. Вроде девчонки, вот Наташа покупает дешево, бывают там скидки. Супер, очищают идеально в течение всего дня, дыхание остается свежим, налета никакого на зубах не возникает, поэтому очень понравились, вот прям одни из лучших за последнее время. Чувствительность не повышает, даже вот черный сейчас чищу, Консли не повышает. Классные, действительно хорошие пасты, качественные, все нравится. Так, дальше, девчонки, еще для волос у нас с вами 1 штука, опять пупырку, крестюшка куда-то дела. Это Алин. В одно время очень активно блогеры рекламировали это средство. 15 в одном, несмываемый крем-спрей. Да, он неплохо, он хороший, цена у него, в принципе, адекватная. Я брала на рандеву его, по-моему, тоже. Ксюше он очень подходил вообще. Вот я буквально весь флакон на нее и использовала. Очень хорошо облегчает расчесывание. И на себе тоже, без эффекта утяжеления у меня. Но на крышке лучше не надо все равно, потому что такая вот, ну, в принципе, могу сказать, что да, тяжелая артиллерия. Хороший, действительно, спрей хороший. Не скажу, что прям 15 в одном или какие-то чудеса, или прям эффект ламинирования. Но расчесывание облегчает. Кончики сухие становятся более живыми. Поэтому достойный спрей.
Так, маска белорусская от Витекс, отбеливающая. Брала по советам тоже девочек в Телеграм, советовали еще летом, когда у нас с вами пигментация цвела и распускалась. Такой же крем у меня есть, но он теперь до следующего лета, наверное, будет стоять. Маска классная, она очень круто очищает. У нее действительно есть выбеливающий эффект, и если пользоваться регулярно, ну, допустим, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, то эффект есть, высветляется пигментация, но мне кажется, летом вот этими продуктами пользоваться бесполезно, хотя как бы, ну как поддерживающий эффект, да, можно. А уже вот осенью можно выбеляться, высветляться и ходить до следующего лета без пигментации, а потом все заново. Мне кажется, если она есть, уже никуда не денешься. Вот у меня она появилась после второй беременности, никогда в жизни не было, и никуда от нее не денешься, вот она есть все равно. Вот тут еще вот точечки есть совсем маленькие, а лето прям цветет над губой и под глазами, а беременность вообще ходила с такими пятнами, жуть. Если она на гормональном уровне, можно, конечно, немножко отбелиться, но кардинально, мне кажется, нет таких средств, которые спасут. Вот такая маска. Покупала на Озон, да, наклеечку еще видите. Хорошая, она действительно выбеливает, слегка выбеливает. Но большего ни от чего не добьешься. Так, 2 банки патчей целых. Это у нас с вами фикс прайс. Карима, да, закос тоже под Корею. 199 рублей не стоили, они такие розовые, переливающиеся, толстенькие довольно, сыворотки много в этом плане. Все отлично, что тут ничего, нечего показать. Думала, может, один оставила. Но мне гораздо больше все равно нравится Визе. Тоже за 200 рублей, в принципе, можно взять. Ценовая политика такая же. Тут какого-то, ну, никакого эффекта. Ну, легкое увлажнение, как бы, совсем чуть-чуть и все. Как-то вот никак они прошли мимо меня. Собственно, как и Зазу. Вот тоже легкое увлажнение. Их вообще за 100 рублей можно взять на маркетплейс. Мне кажется, даже дешевле 100. За 90 можно взять 60 патчей. Представляете, за 90 рублей. Тоже вот как-то мимо прошли. Вот от Визы я вижу вот больше эффекта все равно. Не 100 с небольшим, тоже по распродаже можно ловить и на Озон, и на Wildberries. Ну, в общем, искать по названию, где дешевле, лучше. А вот эти вот Зазу прям тут тоже просто легкое увлажнение. Они такие были зелененькие, очень много сыворотки, тоже блестящие, прям до сих пор. Аромат такой свеженький. Ну, допользовала. Я люблю такие вот бездейственные патчи. Знаете, как кремушек какой-нибудь нанести, плотным слоем сильно увлажняющий, сверху патч прилепить и так ходить. Тогда эффект будет классный. И действительно разглаживающий, все супер. Так, все, баночки закончились, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылки все на Pediperish обещала вам оставить. И на Bugs Draft оставляю под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.